для блогеров интересных деревяек. И теперь у моего Redmi 4 Pro куча обновок. Смотрите все, пока взмот только начинается. Размер чехла зависит от размера телефона, поэтому я взяла просто и обвела свой телефон. Обвожу место для камеры и отпечатка пальцев. Вырезаю. Вот что должно получиться. Проверяю, если чехол подходит. Подходит хорошо. Мне захотелось, чтобы на моем чехле была совушка. Вот я ее и нарисовала. Разукрашивать я буду с помощью губки. Для этого я взяла и вырезала маленький кусочек губки. И ставила его в зажим. Вот такая заготовка должна получиться. Потом я взяла декоративный скотч и обклеила свою совушку. Когда я все обклеила, я беру свою заготовку, наношу немного краски, размазываю кисточкой и начинаю закрашивать фон. Потом я аккуратненько начала снимать скотч. Когда я сняла скотч, я начинаю разукрашивать совушку. Глазки. И начала обводить. И вот такой чехол у меня получился. Какой же он милый. По такому же принципу я сделала несколько других. Под сережки, для школьных дней, тематические на вечеринки и праздники. И просто веселенькие. Также можно сделать еще проще. Способ номер два. Просто взять декоративную бумагу и вот такой чехол получить. По такому же принципу я сделаю еще несколько других чехлов на все случаи жизни. Вот так вот они выглядят на телефоне. Для третьего способа я покрасила свою заготовку бесцветным лаком для ногтей. Далее в тарелочку с водой я налила немного лака для ногтей розового и белого цвета. Потом я взяла шпажку и сделала несколько разводов. А потом уже взяла свою заготовку, покрытую бесцветным лаком, и окунула ее в миску с водой. И вот такая красота у меня получилась. По-моему, чего-то не хватает. Точно, органайзер для телефона. Для того, чтобы его сделать, мне понадобится фетр и шаблон. Я сложила фетр пополам и скрепила его зажимами. И начала обводить шаблон.
Когда я все обвела, я взяла телефон и обвела его на том расстоянии, где я хотела бы, чтобы он располагался. Вырезаю. Когда я все вырезала, я склеила детали вместе до того расстояния, где я обвела телефон. Далее я вырезала из фетра две детали брюшка, склеила их между собой липучкой, вырезала и нарисовала мелкие детали. И вот что у меня вышло. Фантазируйте и творите, это очень интересно. Набираем 2401 лайк, а я пошла работать над новым видео. Подпишись.